Да, селектор. Это как вот в контексте апофеничного языка чтения селектор, да? Это там, ты, допустим, берешь какие-то данные, вот так селектируешь их, да, ты выбираешь выборочные, да, ты берешь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и у тебя получается некое такое сообщение, ты считаешь, по совокупности несвязанных данных. Такая селекция такая происходит для определенного рода. А у нас же, допустим, это нео, да, он же типа избранный. А избранный – это селектированный, то есть селекция. То есть он, у него просто был селектор чтения определенный, то есть как бы селектор такой. Он мог выбирать определенные вещи, чтобы читать код, скажем так, да. То есть вот и вся избранность. То есть у тебя, как бы, у тебя просто есть некий селектор, выборка такая. То есть ты выбираешь вот это, вот это, вот это, вот это, и составляешь такую композицию, предложение, вот, читаешь, грубо говоря, с разной глубины, с разной широты, с разного диапазона, с разных значений, с разных явлений. Неважно с чего, да, просто вообще разрозненный код такой, да. Вот это и есть как бы чтение вот этого, поэтому избранность такая, то есть это избирательность. Ну, ты выбираешь что-то, ты можешь читать. То есть не избранный, такой избранный. Но это, мы опять же возвращаемся к фильтрам. Да, да. Вот ты выбираешь, да, что регулировать, что читать, что убрать, что зажать, что поднять, то есть разные волны. Такой селектор такой, такой мультиселектор. Мультиселекция такая. Ты раз настроился, прочитал. Вот и вся избранность. То есть, как бы там больше никакой избранности нет. Вот, она такая очень простая, да. То есть, как, насколько избирательно, там, насколько ты можешь выбрать из всего этого ассортимента и составить некие там, допустим, прочитать сообщения, да. То есть, насколько ты можешь вычленить из всего потока все это богатство сигнала, ну, как конкретные сигналы там всего богатства. То есть, например, как вот некоторые телевизионные приемники принимают, допустим, 50 каналов, да, а некоторые принимают, там, допустим, там 250, неважно, что там. Эта линия передачи может передавать просто узкий диапазон, допустим, эфирный вот местный, да, он там может передавать, там, допустим, там, вот, допустим, те же 50 каналов, да, а цифровой диапазон может передавать там до сколько угодно. Там частотный диапазон, ну, например, так, да, то есть, а интернет может вообще все передавать, то есть, вообще все, что хочешь, тут другой алгоритм работает, и все, то есть, вот и вся избранность, что ты выбираешь, да, то есть, примерно так, что ты можешь выбирать из этого всего, вот, поэтому, ну, вот, Нео избранный, кем он избранный, куда, и как депутата, понимаешь, и избрали его, да, то есть, это выглядит, то есть, но суть-то такая, вот, как ты это читаешь, коды эти все, это же программирование, там они все сидели за клавишами, не просто так, да? Ну, вот это на самом деле интересно про избранность, ну, то есть, да, кто там его избирал, да. Кто его избрал вообще? Да. Где эта комиссия по избранию Нео? Да, Нео это как бы это самая такая штука, это как бы даже как это неологизм, такой неологичный подход, я бы так сказал. То есть, если, например, ты следуешь тому, что уже известно, грубо говоря, да, ну, простая логика, то, соответственно, ты ничего нового не откроешь. Ну, примерно так, да. Поэтому здесь нужно как-то по-новому комбинировать, рекомбинировать, какие-то применять штуки, то есть фильтры, то есть пересмотреть, по-другому посмотреть, с другой стороны посмотреть, по другим углом, ракурсом, контекстом, как угодно. Но просто каким-то непривычным образом просто открытия так и совершаются. Потому что новое, ну, в смысле, открытие там, открытие, господи, я бы сказал, открытие или закрытие, да, с одной стороны открытие, с другой стороны закрытие, потому что мы же собираемся к исходному состоянию, понимаешь, в итоге, да, поэтому это как бы это наоборот такое, сокрытие, это открытие сокрытых данных, то есть то, что было сокрыто, да, то есть примерно так, а тут, собственно говоря, как бы, ну, какие сокрытия, да, то есть открытие, ну, что это такое, да. То есть мы просто возвращаемся в исходное состояние, как любая система. То есть это все же заявлено на плане. Поэтому для открытия, закрытия, такое нео. Ну, это литературное просто выражение, поэтому оно дает красоту этого всего игры. Фильмы можно там снимать на эту тему, еще что-то делать, понимаешь, и там типа считаться неким гуру, там или там еще там чем-то, неважно. То есть там типа открытие совершил. А оно все, все на самом деле просто. Поэтому тут как бы ничего такого в этом нету. Вот так что вся эта селективность, избранность так называемая, да, то есть она вполне себе, не знаю, логично объяснима, что это такое хотя бы, да.
То есть, что селектируем-то, господи, селектор. Селектор. Выберите канал, пожалуйста, для чтения, избранный. Понимаешь? Вот, да. Вот, так что вот, вот и Нео такой избранник. Ну, такая селекция. А, избранник такой. Такой, а чего он там избранник? Куда избранник? В общем, там, ну, это для пафоса литературного, поэтому понятно. Это как бы надо, чтобы это было для красоты такой. Для... Это же мы находимся в гиперкоде, да? В гиперкоде. То есть в гипервселенной. Поэтому здесь должна быть некая гипертрофия. Я бы так и назвал. То есть, которая такая... дает некий вычерток, такой, такой художественный. Вот это то же самое. Поэтому, в принципе, все гораздо проще. Как бы, и в то же время не то чтобы проще, а и проще, и гораздо интереснее при этом. Ну, вот что интересно, да? То есть оно и проще, и интереснее, потому что Нео, он как бы облачен в художественные рамки, а это не облачается в такие вот узкие рамки, как типа Нео и Матрица, да? Потому что это такое вообще, вообще всея значение. То есть у тебя там ты не ограничен одной матрицей. То есть поэтому это гораздо интересней. Хотя проще при этом, понимаешь? То есть оно шире, то есть сложнее, но проще. Парадокс. Все сложное просто. То есть вот, вот, вот примерно так.